Сергеевич. Меня зовут Анатолий, это Надежда. Мы сейчас находимся на высоте 2700 метров над уровнем моря. Готовы к полету на Кокосе. Все? Бежать будем туда. Yes. Побежали. Куда? Вы мне хотя бы путь покажите. Yes, прямо? А, прямо. Вот там, где протоптаны, типа, уже лыжами. А скорость? Скорость 250. Бежим быстро, потом тянем, потом еще. Вот вообще падает, а? Да, блин. Подожди, давай. Хорошо, отойди, Виктор, отойди. Конечно,